В Роспотребнадзоре прошло селекторное совещание с представителями органов власти субъектов Российской Федерации. Темой совещания стала летняя оздоровительная кампания 2015 года. Этим летом в Чувашии функционировало более чем 800 организаций отдыха и оздоровления детей. Особенностью оздоровительной кампании 2015 года стало открытие в первую и четвертую смену специализированных лагерей, где отдохнули около 3000 детей школьного возраста. Всего за это лето всеми форумами отдыха было охвачено 78 тысяч детей и 6500 трудоустроенных. Традиционно увеличился охват и тех, кто находился в трудной жизненной ситуации, более чем на 5% по сравнению с 2014 годом. Также в летних или пришкольных лагерях, досуговых центрах и кружках побывали 42 тысячи детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что более 150 воспитанников чувашских детских домов в этом году отдохнули на базе летних лагерей в Крыму.